Всем привет! Мы на канале Географ на задании. У нас сегодня день пробок. Смотрите. Смотрите, какая у нас пробочка. Теперь она уже уходит за границы Тульской области. Но я даже не знаю, сколько мы сейчас будем ехать. Если бы мы выезжали вот сейчас в Пущино, то я не знаю, сколько бы нам пришлось стоять здесь. Да уж. Сегодня планирует выезжать, имейте в виду, вот такая вот пробка вас ждет перед Липецком. От зеленой заправки, точно. ЧП приключилось на повороте. Что-то у нас там приключилось. Какие-то товарищи полицейские тут стоят. Что им надо? Ну, что, ДТП? Да, что-то такое. Так вот, друзья, у нас сегодня пробочный день получился, сами того не ожидая, попали в несколько пробок, еще тут рядом с нашим въездом какой-то ДТП приключилось, кто-то сбил дорожный знак, вот. Ну, если было интересно, ставьте пальчик вверх и до новых встреч, пока-пока.